Вэйуан кафе состоялась автопати крупнейшего ежегодного фестиваля по современным танцам Project 818 Russian Dance. В нем приняли участие 70 команд, а это 1500 танцоров. Сегодня уже судьи отдыхают, никто никого не судит. Команды просто тусят и выступают. 2 мая будет крупнейший чемпионат по современным танцам. 10 видов танца, хип-хоп, джаз-фан, го-го, джаз-контемпорари. И это просто подготовка к этому чемпионату. Познакомиться со сценой, познакомиться с нами, с нашими правилами, с нашей организацией, чтобы на чемпионате было легче выступать. Судейский состав фестиваля потрясает воображение. Это хореографы, которые работают с такими музыкантами, как Бейонсе, Риана, Леди Гага, Will.i.am и многими другими. Я второй раз в Москве, и мне правда очень нравится этот город и ваша культура, хотя она, конечно, сильно отличается от нашей. Я встретил здесь очень много крутых танцоров, да и вообще обстановка здесь очень классная. Некоторые американцы побаиваются России, но мне все это по вкусу. Помимо судейства, хореографы успели даже дать в Москве мастер-классы для всех желающих. Первая команда, которая выступала, была совершенно невероятной. Они очень экспрессивны, у них интересная хореография. И еще одна команда меня очень впечатлила. Это Girls Communicated. У них была очень крутая идея постановки, сама хореография, ну и вообще все в целом. Самое главное для танцора – это быть открытым ко всему новому, использовать для танца вдохновение, которое дает жизнь. Очень важно сейчас объединять все возможные стили и не зацикливаться на чем-то одном. С каждым годом уровень российских танцоров растет. Теперь остается только ждать, что они покажут в мае на чемпионате Project 818.